Работы в рамках подготовительного этапа инвестпроекта экотехнопарка Ши завершены в срок, об этом сообщил инвестор. Со стройки начали вывозить технику. Сейчас на участке РЖД на станции ШИС полностью завершены работы по отсыпке откосов железнодорожных путей и работы по ограждению территории, которые также являются частью первого этапа. Строгое соблюдение сроков выполнения работ было необходимо для обеспечения безопасности погрузочно-разгрузочных работ и эксплуатации железнодорожных составов. Технопарк подчеркивает, что все работы выполняются при строгом соблюдении действующего законодательства в сфере строительства и природопользования. На территории, арендуемой у РЖД в районе станции ШИС, организован постоянный информационный центр, в котором любой желающий может ознакомиться с подробными материалами о проекте и применяемым технологиям, а также получить пояснения у специалистов. Кроме того, инвестор выпустил презентационный буклет, в котором содержатся наиболее востребованные данные относительно строительства экотехнопарка.